Здравствуйте, добрый вечер. На канале Афроманго Мукбанго. Ужин. Так, чай у меня, как обычно, кенийский. Свежезаваренный, с сахарным песком. И супер бутерброд с колбасой. Значит, хлеб столичный, горчичка русская, колбасы. Все три сырокопченые. Значит, литовская, Сакраменто и элитная. Вот такой бутерброд. Ну что ж, будем пробовать. Такой супер бутерброд колбасный. Колбасное ассорти. Во. Его название — колбасное ассорти. Так. Мы скажи, это кушаем, но нам очень нравится. Новый бутерброд. Да. В этом видео прочитаю про автомобиль ЗАЗ 1102 Таврия. Ну, так что ретро автомобиль, опять же. Вкуснятина вообще. Запорожского автомобильного завода. Ну а пока почитаю чего-нибудь. Пятерочке наткнулся на небольшую очередь. Кассирша была одна. И поэтому сильно торопилась. Покупатель даже старался как мог. Быстро складывал продукты и пакет. Рассчитавшись без сдачи, кстати говоря, мужик берет пакеты и быстро уходит, забыв чек. Но через полминуты быстро возвращается. И далее диалог. Простите, я чек забыл. Ой, я уже выкинула. Мы просто ушли. Ну так ищите, вдруг вы меня обманули. Тетя Света не обманет. Один товарищ рассказывал, шел с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской, оформлял стенд на работе. И вдруг подходит к нему цыганка и нагло требует: а позолоти ручку. Но думаю, что было дальше, и так ясно. Позолоти баллончик краской. Так,
написано. В России есть такая группа китайцев, которые принципиально разговаривают только на русском. Историю рассказала мне моя знакомая. Она должна была по делам встретиться с китайцем, который как раз относится к этой группе. Сама она переводчик, в совершенстве знает китайский язык. Но указание, как доехать до него, получала исключительно на русском. Часть из них, из их диалога. Ты ехать прямо, долго-долго, слева цветок, тебе дальше, впереди ты, видишь забора, забора загибается, и ты загибаешься вместе с ним. Едем в маршрутке. И на перекрестке нас подрезает красный «Опель» со значком «У». Конкретно так подрезает. Наш водила еле затормозил. И тут следует его комментарий. Это он еще учится. А что будет, когда он закончит? Кошмар.
пей чай. Уже вкусно. Я работаю администратором в автосалоне Chevrolet. Наш маркетолог запустил смс-рассылку с текстом акции. Ваш автомобиль Chevrolet за 50% стоимости. Бла-бла телефон, бла-бла адрес. Телефон в салон. Я снимаю трубку, и происходит такой диалог. Мужчина. Здравствуйте. Девушка, вы нашли мой автомобиль? Пауза. Что, простите? Но мне пришло смс, что вы нашли мое угнанное авто. К сожалению, нет. Это всего лишь смс-рассылка, анонсирующая акцию в нашем автосалоне. Это автосалон? Извините, тогда мне нужно позвонить в 112 и отменить группу захвата. Колбаска отрезать кусочек. Да, папку. Отрезала, что руку держи и кушай.
Очень вкусно. Пей чай еще погорячее налью. Читай. Сейчас прочту. А вот кому пирожки горячие, с повидлой, с мясом, с капустой. Нам с женой на свадьбу подруга подарила картинку собственного изготовления с изображением слона. На обратной стороне читаем название. Слоник Зохчо. Мы. О, круто, офигеть, спасибо. А что такое Зохчо? Дураки вы, говорит. Это не Зохчо, а 30 на 40. Да, маленький. Маленький.
нарочно не придумаешь, да. Да. А вот слово зоопарк можно прочитать так 300, а потом парк. Да, точно. Похоже, похоже. Угу. Угу. Просто буква похожа на цифры. Да. Поэтому. Цифры на буквы. Да. Да, такой уж родная речь такая. У нас. Родная речь и это самое. Цифры. Угу. Такие. Угу. Один из сотрудников с работы жаловался, что его ложки постепенно исчезают из столовой фирмы. Он привез уже 6 штук, из которых осталось только 2. Остальные сотрудники придумали план. Каждый, кто слал ему электронную почту, должен добавить снизу сообщение белым текстом, то есть невидимым, пока его специально не подсветить. Ложка, 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 ложка. Мы занимались этим несколько недель. У него был Gmail аккаунт. И он постепенно начал сходить с ума. Каждый веб-сайт, на который он заходил, показывал ему объявление о продаже ложек и столовых приборов. Он думал, что Google начал его мысли читать. Зачитал. Зачитал. Знаешь, так. На бульке? Да. А хлеба нету больше. Съели? Хлеб мы съели. Ага. Что-то прикипит не прочитал. Да, это не очень.
Да. Надо было читать, да? Угу. Друзья ездили в Египет отдыхать. Муж, жена, сын. В аэропорту к ним присоединились 4 девушки, тоже из России. Боязно им было в чужой стране в одиночку. Соответственно, всюду им появлялись толпой. Мужчина, 5 женщин и ребенок. Египтяне все это время приставали к мужчине. «Чего вас так много?» Мужик, не дурак, отвечал. «Это мои жены. 5 тут, еще 3 в России остались с детьми». Далее следовал стабильный вопрос. «Виагра?» И постоянный ответ. «Ноа? Рашен водка». Да, повторяется уже. Так, надо пить чай. Конечно. Очень вкусная колбаса. Это литовская. Да. Главное, все очень свежее. Да? Угу. Свежая булка. Свежая колбаса. Не сухая. Не сухая, да. И жуется хорошо. Очень вкусно.
Спасибо, мама. Наелся, напился. Наелась тоже, да? Ну, а теперь читать про автомобиль. Ничего не соображает. Шучу я тогда сам. Ну, еще. Ну, что оно не рубится? Ладно, и так сойдет. А сейчас прочитаю про автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия. Ретро-автомобиль, скажи. Да, ретро-автомобиль. ЗАЗ-1102 Таврия. Советский и украинский автомобиль второй группы особо малого класса с кузовом типа хэтчбэк. Первый переднеприводный легковой автомобиль Запорожского автомобильного завода. Является преемником модели ЗАЗ-968. Серийно выпускался на Запорожском автомобильном заводе с 1987 по 2007 год. А модели на ее платформе производились до начала 2011 года. Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия стал основой для целой линейки автомобилей, представляющих собой как непосредственно модификации базовой модели. Более 40 различных вариантов, так и самостоятельные модели на ее платформе, как то пятидверный лифтбэк ЗАЗ-1103 Славута, пятидверный универсал ЗАЗ-1105 Дана и коммерческий пикап ЗАЗ-11055 пикап. История. В конце 1960-х годов КБ завода «Коммунар» в инициативном порядке начал разработку переднеприводного автомобиля малого класса под девизом «Перспектива» для замены «Запорожца» ЗАЗ-966, используя экспериментальные наработки НАМИ и ВАЗа. НАМИ 0132, ВАЗ 3Э-1101, Ладога. В 1970-е годы было создано несколько экспериментальных моделей с кузовами хэтчбэк и двухдверный седан. Однако официальное техническое задание на разработку от Минавтопрома СССР было получено только в 1978 году. После изготовления опытной партии и начала процесса доводки Минавтопром вполне в стиле его тогдашнего руководителя ВН Полякова кардинально поменял задание, заставив заводское КБ перепроектировать автомобиль с оглядкой на популярную европейскую модель Ford Fiesta образца 1976 года. Несмотря на сугубо отрицательную оценку данной модели коллективом завода, заводской испытатель Иван Павлович Кошкин впоследствии вспоминал про Ford Fiesta. В Европе этот автомобиль 1976 года громко рекламировали как предел совершенства,
Но тогда я получил его для сравнительных испытаний и проверил на дорогах. Оказалось, что ничего общего с рекламой нет. У задних пассажиров потроха вышибает на небольшой выбоине. Водитель на неровной дороге все время кланяется. Это у него голова так шатается из-за рассогласованности подвесок. Руль, чтобы сэкономить один шарнир, установили не по-людски, а под углом к продольной оси автомобиля. Представляете себе это косое руление? Нас приучили к мысли, что у западных конструкторов звезда во лбу, а они такие уже смертные инженеры, не застрахованные от ошибок. При этом одновременно перед конструкторами ставилась цель превзойти Фиесту по характеристикам. Примерно то же самое произошло и в те годы и с АЗЛК, который под давлением ведомства Полякова был вынужден с нуля проектировать принципиально новую переднеприводную платформу. Будущий «Москвич» 2141. Несмотря на наличие вполне современного и находившегося уже на предсерийной стадии заднеприводного прототипа S3, задание на разработку и далее продолжало меняться. Минавтопром выдвигал все новые и новые требования по превышению параметров разнообразных зарубежных малолитражек тех лет. Фиат, Уна, Аустин Метро и других. Это совместно с нехваткой финансирования, которое до середины 1980-х шло преимущественно на освоение новых переднеприводных моделей Волжского завода, привело к чрезвычайному затягиванию внедрения автомобиля в производство. Первые серийные «Таврии» сошли с конвейера 18 ноября 1987 года. Стоимость автомашины составляла 5100 рублей. Одновременно со стандартным вариантом был начат выпуск ЗАЗ-1102 в комплектации «Норма». В то время «Таврия» позиционировалась как исключительно экономичный автомобиль. В 1989 году Минавтопромом СССР был выпущен рекламный ролик для западного рынка, в котором водитель заправляет «Таврию» из своей зажигалки. Этот ролик завоевал в Каннах бронзового льва в номинации «Торговая реклама». В соответствии с производственной кооперацией стран СЭФ в апреле 1988 года началось рассмотрение вопроса о участии венгерского предприятия «Баконь» в производстве ЗАЗ-1102, которое должно было производить для «Таврии» стеклоочистители, электронные системы зажигания. 11 мая 1989 года ПО «Запорожский автозавод»
и канадская компания Magna International подписали договор о создании совместного предприятия Таврия Магна для производства автодеталей. В 1989 году началось серийное производство модели ЗАЗ-1102-06, которая получила двухрядные шариковые подшипники в ступице передних колес, новые фары с наклонным рассеивателем и дополнительные указатели поворота на крыльях. Новые дверные замки, сиденья с подголовниками и декоративную облицовку молдингами. В результате масса машины увеличилась на 17 килограмм. Стоимость до 5429 рублей. В 1991 году было выпущено 41832 автомашины ЗАЗ-1102 и их модификаций. В июле 1992 года главный конструктор АвтоЗАЗ О.Х. Папашев сообщил в интервью о том, что завод выпустил 60 тысяч автомашин ЗАЗ-1102 и их модификаций и намерен начать серийное производство новых моделей ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 и электромобиля на базе ЗАЗ-1102. В дальнейшем начался экспорт Таврии. 1000 автомашин было поставлено в Чехословакию. Летом 1992 года завод начал производство модели ЗАЗ-1024 с кузовом «Универсал». Также в 1992 году на базе ЗАЗ-1102 был разработан и построен опытный электромобиль. Но стоимость машины оказалась в несколько раз выше, чем у базовой модели с бензиновым двигателем. В 1993 году завод выпустил 53 027 автомашин ЗАЗ-1102 и их модификаций. В 1994 году началось производство ЗАЗ-1102-05 Дана. Модификации с кузовом «Универсал». В 1998 году ЗАЗ-1102 на конвейере начала сменять ЗАЗ-1102 Таврия Нова. Модификация, созданная совместно с ДЭУ, направленная на устранение выявленных недостатков и улучшение технико-эксплуатационных показателей. Всего в количестве свыше 700. На Таврии Нова была произведена косметическая модернизация решетки радиатора и фар головного света и задних фонарей, а также начали применять новые декоративные колпаки на колесных дисках размерности 4,5J и бескамерными шинами. На задней двери был установлен третий стоп-сигнал для повышения надежности автомобиля и повышения уровня пассивной безопасности. Были усилены несущие и технологические элементы кузова, что позволило снизить уровень шума в салоне. В 1999 году началось серийное производство модели ЗАЗ-1103 «Славута» с кузовом «Лифтбэк». В 2006 и 2007 годах руководство завода
несколько раз заявляла о скором снятии моделей с производства. Массовый выпуск модели ЗАЗ-1102 Таврия с кузовом хэтчбэк был завершен в 2007 году, хотя еще как минимум две партии, вероятно, по заказу органов соцобеспечения были собраны в 2008 и 2009 годах. Производство ЗАЗ-1103 Славута и ЗАЗ-11055 пикап продолжалось. Кузов последнего серийного автомобиля ЗАЗ-1103 Славута был сварен 14 января 2011 года, а 15 января на ЗАЗе начался демонтаж оборудования и производственных линий в связи с планируемым переносом модели проекта Т-250 с ФСО в Запорожье. В конце января 2011 года с конвейера сошел последний ЗАЗ-1103 Славута, который был продан с интернет-аукциона 11 февраля 2011 года за 47 тысяч 20 гривен. Наследником Славуты на конвейере стал ЗАЗ Форса. Вот такая вот история автомобиля Таврия ЗАЗ-1102. Так, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Вам не трудно, а мне приятно. Здоровья! Батюшки! Неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам! Молодец! Ты заходи, если что.